Всем привет! Речка Бью-Корсту в Желябовке, только уже будет другая часть русла. Вот он, мост через эту речку. Я сейчас хочу пройти вдоль русла, ну туда уже пониже, посмотрю, что как тут. Смотрю, уже живности здесь много. Пацаны, смотрите, уточки, кряквы всякие. Я не знаю, вам, наверное, может и не видно, но слышно точно должно быть. Короче, вода чистенькая, тепленькая. Можно пройти и получить удовольствие, ну и посмотреть, как здесь все выглядит. Так что сегодня мы отправляемся вдоль русла речки Бью-Корсту. Погнали! Широко, да? Не сравнится с Салгиром. Там у ребят уже полное ведро рыбы. Рыбы? Сейчас мы посмотрим. Как рыбалка? Удачно? Есть рыба? Один опыт. А покажи, где он? В ведре? Ну-ка. Опа, окунь. А на что ловите? Пацаны, смотрите, окунь. Такой окунек. Я таких тоже ловил в юности. А крупных нет? Самый первый раз. Наверное, есть ловить. В основном в реке, да? Ну, вы видели, окуня поймали. Значит, рыба водится. По всей речке вот такие места отдыха. Рыбаки. Как клюет рыба? Ребят, нет? Что поймали? Можно посмотреть, что поймали? Посмотреть. Только не снимай. Хорошо. Одного маленького. Окуня? А что кроме окуня? Это ж карасевка, да? Вот, ну так, не, это покрупнее будет, вон. Это же карасевка, да? Называется. Бью карасу, но карасевка. Это одна и та же река. Салгир. Это Салгир? Нет, это Бью-Корсту. Может быть. А, вы не местный, похоже, да? Понятно. Тут должны быть караси, судя по названию. Короче, один окунь. Ну, такой чуть покрупнее. Вот. Ну, места тут хорошие. Такие, прямо дикая природа. Смотрите, как круто. Дерево рухнуло в русло, в воду. Ну, вот русло. Проходит и как-то тут сужается. А там даже я слышу уже шум какой-то. Плотина. То ли плотина. Зверек. Где зверек? Наверное, андатра. Прям сюда выплывает. Интересно, руками половить, если здесь. Ух, ива какая мощная, раскидистая. Ух ты, блин. Пацаны, я что-то как-то не досмотрел и вступил в воду. И куда я дальше пойду? По воде? Ничего себе, поэтому она такая широкая. Это речка, потому что воды налилось сюда, где ее, наверное, никогда и не было. Здесь как луг такой. Девушка вот ходит с веткой. И я иду по воде. Уже залилась и сюда. А речка вот совсем рядом. Хорошо, я в сандалиях. Мне не страшно. Мне, по всей видимости, здесь глубоко. Блин, а ты в кедах. Вода. Здесь вода, ты не пройдешь. Но там какая-то реально плотина. Видите, белая пенится. Вот туда нам нужно добраться. Сейчас буду искать обходные пути. Ну, очень много воды. Прямо она просто, наверное, до краев, что называется, наполнена. Красиво. Очень мне нравится возле воды находиться. Водоемов разных, рек. Озер. Просто круто. Ну, будем в обход идти. Прокладываю путь. Да, тут тропинка. Классно. Блин, реально, я сливаюсь с дикой природой. Мы одно целое. Здесь тропинка, Евгения, проходите. Круто. Оп, грибы. Я не разбираюсь в грибах. Что это за гриб? Съедобный или нет? Пахнет как съедобный. Они все пахнут как съедобный. Вот еще. И вот еще. Маленький. Что за грибы? А, тут вот дорога рядом. Там грязно, ужас. Ну, давай по дороге пройдем. Совсем близко я уже возле плотины. И вам ее должно быть слышно. Бью-Корсту.
Ух, мощный поток. А смотрите, какая вода прозрачная. Ничего себе. Красота. Панорамка такая вам. Речки Биюк-Карасу. И насколько она полноводная. Круто. Я такой еще и не видел. Да и вообще первый раз я здесь. А с этой стороны посмотрите. А? Неожиданно, правда? В Крыму, оказывается, есть настолько широкие и полноводные реки. Я сам в шоке. Воды просто до хрена. То озеро, реально. Такое ощущение, что вокруг лес. И я нахожусь на каком-то лесном озере. Ну, круто. Класс. Ну, отбилась от стаи девушка. Сейчас нужно ее отыскать. И вернуть обратно в команду. Она такая неприспособленная. Где она уже? Все, нету. Ау! Евгения! Она там стоит. Где вот осталось, говорит, я не пойду. Там как вкопанная стоит. Здесь тропинка, иди сюда. Господи, что это такое? Класс, а ну-ка спустимся сюда, на это строение. Конструкцию. Ну, вода такая. Я бы не сказал, что вода холодная, прохладненькая, но и покупаться можно. Но я такой бы, чтобы занырнул бы. А, комары. Реально можно прыгнуть. Как тебе водиться? Как тебе речка, ширина, посмотри. Наполняемость ее. Я охренел, когда увидел. Смотри, она какая полноводная. Это тебе не Салгир. Да? А я там грибы видела. Грибы я тоже видел. Мы же по одной тропинке шли. Я хочу нырнуть туда. Да, а что ты думаешь? Нет? Смотри, какая она широкая. А ты меня отсюда снимет. Пацаны, нырнуть? Лайк поставьте этому видео. Тогда я пойму, что мне... Нужно было нырнуть. Давайте, много лайков, и я ныряю прямо сейчас. Я нырну сейчас, реально. У меня трусов нет, я в шортах. Футболку только снять и очки. А? Но я очень хочу в речке искупаться. Я же пацан из Селады, в курсе. Поэтому это моя стихия. Дно илистое? Не слышу.
Дно, илистое дно. Надо шорты выжать. Отлично, идем дальше. Ну все, ребята, идем дальше. Только, наверное, не в эту сторону, а в эту. Хочу еще немного пройти по руслу. Ох, я эмоции выхватил. Правда, слегка отдышка после зимы. Ну и то, что пузо такое. Комаров очень много. Действительно, очень много комаров. И они прямо сжирают. Ух, там совсем мы не пройдем. Не, пацаны, я в шортах. А там нужно пробираться вот через такие заросли. Так что я весь искалюсь, поцарапаюсь. Поэтому нет, возвращаемся назад. И идем, наверное, вот на широкую часть русла, да? Где катамараны. Туда. Я думаю, там тоже что-нибудь интересное будет. Ух! Еще разок посмотрите на эту красоту. На эти пороги. И на эту широкую часть русла реки. Просто шикарно. Бью карасу, я тебя люблю. Короче, бью карасу здесь, в этой части, это реально крымская амазонка. Или амазонка Нижнегорского района. Просто дикие заросли. Джунгли. Много москитов. И я, и моя коллега Юнга выживаем. У нас в поселке нет такой речки. Салгир протекает, но это больше похоже на канал. Хотя он таким и является, да? Искусственным каналом. Джунгли. Щебечут птицы. Невероятно круто. Ну что, пацаны, на этот раз уже на лодке. На ялике. Теперь уже более напряжен, как на руке. Теперь, я думаю, будет повеселее. Нужно устроить какую-то провокацию в отношении Юнги, которая не умеет плавать. Но оказавшись за бортом, она научится наконец-то плавать. Давайте это сделаем. Саша, блин, успокойся. Саш, ну ты гонишь, ты реально, блин, издеваешься. Тут давай. И так воды, блин. Посмотрите, а посмотрите, сколько тут воды. Я вон вся в воде, блин, сижу. Это после дождя, Владимир сказал, дождь налил. После дождя. Она не течет. Так, мы там яички не видим. Давай. Юнга, ты сегодня снова смеешься и отпугиваешь всех вокруг. А мои теперь не видно. Короче, весело, нормально. Не, ну к острову-то к этому не пойдем. Не, давай чуть пойдем. Дальше. Смотри, вон уточка. Надо смотри, развернуться. Смотри, вот таким образом я гребу на лодке. Одним веслом разворачиваю. Уток очень много. Вот там, видите, две. Вот, здесь смотри. Где-то. Вот еще прям одна возле нас. Она, кстати, гнездится. Но это не утка даже. Это что-то другое. А какая-то хохластая штука. Да какой фазан? Они же не водные. Я не знаю, как называется это. А может быть это... А давай подплывем. Он такое ощущение, что она на гнезде. Вот гребем к ней, как юный натуралист. И веслом. А, по-моему, там яйца у нее. Да, он белый. Все, она нырнула. Точно, глянь. Яйца. Капец. Я юный Дроздов. Да, ребята, это яйца, реально. Смотрите, три яйца, прямо возле острова. Круто, да? Потом будут маленькие цыплята-утята. А куда она сама-то делась? Она вон. Вот она, хохластая, видите какая? Отплыла и посматривает. Интересно, почему она нас не атакует? Но, насколько я знаю, к яйцам нельзя притрагиваться. Потому что она может их потом отторгнуть и бросить. Поэтому этого мы делать не будем. Так что да, вот такое гнездо на воде возле острова. На речке бью карасу. Ух, байдарочники. Кстати, на этой речке в свои времена, по-моему, в Советском Союзе, а может уже и в 90-е годы, был здесь какой-то кружок байдарочников. И они тренировки здесь проводили, насколько я знаю. Да, были времена. А сейчас из байдарочников остался только я. Ух, скорость. Это вам не катамаран. Сколько узлов, Саш? Четко по GPS. Ровно, смотрите.
Реально иду. Ну? Как Дефендер в Черном море. Блин. Слушай, нифига мы, блин, быстро в Севастополе. Надеюсь, не будут меня бомбить осколочными бомбами. А здесь, кстати, комаров меньше в лодке, чем на берегу. Вот так, так, тихо, тихо, тихо. Здорово. Вот он остров, где мы были. И вот такая панорамка. Причалы тут по всему берегу. Люди настроили, отдыхают. А путь мы держим вот туда. Видишь? Как ты думаешь, если мне измерить глубину здесь, стоит ли мне? Саш, конечно, нет. Почему? Ты издеваешься? Обоснуй. Я и так, блин, боюсь. Мое сердце сжалось в два раза больше. Даже не нырнул в этой части. Там-то я понырял, покупался классно. Здесь нырнул. Саша. Будет нормально. Я бы не советовала. Пока ты едешь, пока без всяких там приключений, я наслаждаюсь. Вот, понимаешь, как только ты сейчас начнешь какие-то выкрутасы делать, мое сердце... Например, вот такие? Так, Саша, блядь, ну человек смотрит на нас. Саша, ну ты вообще нормально. Вот ты меня, ты понимаешь? Ты взял и меня, блин, облил. А если бы ты держала меня в кадре, этого бы не было. Я буду тебя сейчас обливать. Ты понимаешь, что ты обливаешь не только меня, еще и то средство... А вы рыбак? Поймали что-нибудь? Нет, рыбок. А какая? Окунь, ага. Ну, окуньков мы видели, ребята, поймали, а вот других никаких не видели. Ну, они, наверное, на жуца ловят. На червя. А так здесь таранька есть, и подлещик, и лещик. Здесь все, что хочешь. Но в основном в речке никто не ловит, да? Времени нет. Понятно. Ничего себе. Сом? Хрена себе. Ого. Как лодка. Ну вот парень говорит, что здесь рыбы полно. И сом, и рыба, и щука. И сом, и щука, и судак, и тарань, и подлещики, и караси. Короче, весь набор пресноводной рыбы. Даже сом, говорит, с размером с лодки. Но никто такого не видит. Порелаксировать решили. Просто остановиться, выдержать паузу. Якоря, правда, нет. И вот в такой тишине среди щебета птиц отдохнуть. Чё, пацаны, погнали? Не боится. Ты издеваешься. А что ты не боишься перевернуться, что плавать не умеешь? Как я за весло возьму. Плавать не умеешь? Я-то выживу, а не вот даст, ты. Не даст расслабиться и посидеть, посмотреть вон в море. Ой, в реку. Классно здесь. Очень широкая, да, часть? Релакс, наслаждайся природой. Даже визуально посмотреть в данном случае на эту речку, эмоции вызывают очень такие положительные, ну и эмоциональный заряд энергии ты как бы испытываешь. Такой действительно своего рода заповедник. Прям природа, единение человека с природой, очень круто. У мама. Слушайте, вот так вот надо. Давай, покажи мне, как надо. Колени надо разводить, а не сводить. Ой, подожди, подожди. Я не туда хотела развернуться. Ищу. Вот. 500 метров. Давай, погнали. Подожди, мне мешают колени. Мне кажется, вот так. У тебя не получается, потому что тебе надо нижнюю губу прикусывать. Давай. И тогда все получится. Да нихуя. Блин, класс! Вау, вау, вау! Мы двигаемся, но ты смещаешься влево. А вот теперь попробуй, да, разобраться. Да, 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 да. Короче, блядь, как пьяный водитель. По всей трассе.
Теперь уже влево нагребем. Ну подожди, ну если лодка так, ты понимаешь? Неправильная давай, лодка. Ладно, говорит, давай я буду грести. Короче, кружимся в радиусе 40 метров по кругу. На этом будем прощаться. Я сейчас заменю юнгу. Пойдем на уже в док. Пришвартуемся. Ну и все. Вот такая вот история сегодня была от меня. С речки Биюк-Карасу, что протекает в селе Желябовка Нижнегорского района Республики Крым. Поэтому будете здесь у нас в гостях. Или если вы местный, приезжайте на эту речку, отдыхайте, жарьте шашлыки. Вскоре откроется кафе. Здесь на набережной можете там отведать шашлыков. Ну и, соответственно, поплавать на речке либо на катамаране, либо на вот такой вот лодке. Но не берите с собой вот такого юнги. Потому что по курсу ходить очень сложно. Вот так вот крутим. И все на одном месте. Поэтому все, друзья, буду прощаться. Посмотрел видео, и если оно тебе понравилось, поставь мне лайк, поддержи меня таким образом. Ну и все, увидимся в следующем видео. Пока.